Появление на свет своего третьего ребенка, малышки Амели, 36-летняя Эммануэла Алиева из итальянского города Рапало планировала в уже привычном ей альтернативном центре в отдельной палате с ванной. Первых двух своих детей она родила в воде. Но этот центр был переоборудован для обслуживания будущих мам, зараженных коронавирусом. Тесты Эммануэлы, инструктора по фитнесу и плаванию, дали отрицательный результат. Ее направили в институт Джанины Гаслини в Генуе. Но из-за введенных в связи с пандемией строгих карантинных мер отцу ребенка Алессио Джубертани не разрешили присутствовать на родах. «Папа не смог увидеть рождение дочери, он отвез меня в больницу, а сам ушел. Это очень грустно». Единственным контактом с мужем стал видеочат. Алессио рассказал, что Эммануэла очень волновалась, боялась, что без него не справится. Акушерка сказала ей: «Его тут нет, но я-то рядом», и женщина попросила крепко держать ее за руку. В отсутствие партнеров и других родных роженец врачам и акушеркам сейчас приходится выполнять не только свои медицинские функции. С медицинской точки зрения крайне важно, чтобы пациент чувствовал себя в безопасности. А наши пациентки сейчас большей частью явно напуганы. Они боятся за свое здоровье и особенно за здоровье своего ребенка. Будущие матери, чьи тесты на коронавирус дают положительный результат, переводятся в родильное отделение больницы Сан-Мартино в Генуе. Это региональный центр по COVID-19. После родов женщин разлучают с детьми и помещают в карантин до тех пор, пока не удостоверятся, что они больше не заразные.